Так. Ну что, добро пожаловать всем дорогим зрителям. Продолжается у нас Twitch неделя. Свидетель Windows вот решил стримить игры на этой неделе. Что-то неохота мне ролики делать, что-то прям. Надо переиграть все, что есть, а потом мы вернемся к роликам. Но тем более игра сегодня у нас очень интересная. Plague Inc. Evolved. Спасая мир от чумы. Моделирование различных нехороших болезней. Посмотрим, как пойдет. Так. Замечательно, замечательно. Я, походу, один зритель сам у себя. Ну ладно. Так, пока позвоню по телефону. Торопись, еще там, как пришки, ну они, ладно, я тут легче сделать. В общем, у меня на завтра эти, и этот все-таки уже приедет. Алло. Да, он приедет, все будет опять. Телегу не хочу я кидать оповещения, у нас все равно все-таки тестовые стримы идут. Кину-ка я... Не, не буду, не хочу. Все, телегу кидать, все нормально. Все хорошо, все хорошо. Так. Так, ну что, пойдем, пойдем, сейчас начнем. Посмотрим, как с предложением его на себя видеть. Как-то зрители один, просмотров 27. Что это значит? Возвращаемся на Twitch. Подождите. Переходим в режим автора. Тут чат видеть. Как мне чат настроить, а? Напишите кто-нибудь вот в чате, как мне настроить чат в приложении. Пытаюсь настроить чат в приложении. Ой, три человека смотрят. Напишите плюсики в чате, кто там. Я поздороваюсь хоть. Пожалуйста. Пожалуйста, кто три смотрит, напишите. Давайте сделаем этот стрим ламповым. Это что такое? Это уведомление. Мой канал.
Так. Четыре человека смотрят. Замечательно. Друзья, сейчас скоро начнем. Пожалуйста, напишите в чат, как слышно. Вроде слышно. Я вот... А, все, я нажал кнопочку, все. На телефоне я вижу чат. На телефоне я вижу чат. Замечательно. Замечательно. Рад всех приветствовать. Всем бодрости духа, адекватности бытия. Так, два человека смотрят. Ушли. Ну ладно, хорошо. Не будем заморачиваться статистикой. Не будем заморачиваться статистикой. Звук только отключен на телефоне. А, кстати, подождите, если на телефоне звук отключен. Все работает, все замечательно. Музыка такая тревожная. В принципе, такой же чат, что и вчера. Как бы мне поставить так, чтобы... Батарейка была. Всем привет! Всем бодрости духа, адекватности бытия. Рад приветствовать вас, дорогие зрители, пока немногочисленные, на Твиче. Сегодня продолжаем мы стримить на Твиче. Игровые стримы, летсплей, астрологи объявили эту неделю игровых стримов. И сегодня мы спасаем мир. Ну, сейчас вот постримим, немножечко поиграем. Спасем мир или не спасем мир от какой-нибудь заразы масштабной. Соответственно, вы уже поняли и по звуку, наверное, и по антуражу, и по названию, что мы играем сегодня Plague Inc. Evolved, где симулируются различные эпидемии. Мне кто-то, кстати, в комментариях на YouTube писал, что эта игра не просто так сделана, они собирают данную аналитику, как кто действует в различных ситуациях. Ну, давайте перейдем сразу тогда к сцене. Что-то у меня качается немножко монитор. Неустойчиво стоит, но ничего страшного. Главное, что все слышно и видно. Главное, чтобы ничего не упало. Оп. Так, все. Все, монитор не качайся. Погнали. Plague Inc. Evolved. Plague Inc. Evolved. Так, давайте настроим сначала опции, поставим, да, наверное, нам нужен русский. Подождите, подождите, а вы здесь? Как было в начале? Auto Pause Game Off. Аудио у нас. Контроллеры, это понятно. Как у нас язык настроить? Кто-нибудь знает? Напишите, как язык у нас настроить. Так, она здесь нет, да? Вот два дополнения у нас появилось, актуальные. Музыку погромче, музыку потише, да, наверное? Вот так, то общую громкость, вот так вот. Нормально. Здесь такая музыка приятная. До чего я не люблю всякую кислоту, но здесь... Она для антуража, очень хороший саундтрек. Так, ну ладно. Значит, у нас здесь два режима. А, несколько уже появилось. Официальный сценарий. Настраиваемый сценарий. Режим излечения. Спасать мир будем. Либо играем в основную. Заражаем мир. Что там? В комментариях кто-нибудь что-нибудь пишет? Никто не пишет комментарии. Ну ладно. Значит, мы тогда будем... Давайте попробуем спасти мир. Попробуем спасти. А, не, у нас, подождите, выкидывать, загружать надо. Потом загрузим, ладно, потом загрузим. Давайте тогда играть. Так, у нас новая чума обезьян. Обезьяна чумеет, умнеет.
Интересно, интересно. Очень попроще. Значит, написано... Почему такой маленький текст? Плохо все видно, ну ладно. А, я же играю-то как? Я же подсматриваю здесь. Вот, все, теперь я все вижу. Теперь я все вижу. Так, у нас на полный экран. Вот, теперь я все вижу. Замечательно, замечательно. Значит, следующий чумной тайм, следующий вид болезни нам доступен стал. Simian flu, какой-то грипп, симианский грипп. Окей, хорошо. Значит, у нас здесь что у нас здесь? Вирусы, грибковые, червовые, паразитарные, прионы, даже не знаю, что такое. Некровирус, это зомби связано, вот это вот зомби, но нам недоступно. Значит, это с вампирами, это люди будут превращаться в вампиров. Это у нас вот обезьяны будут умнеть по мотивам восстания планеты обезьян. Это вот сделано. Давайте что-нибудь тогда хорошо, просто бактерия. Нам надо сначала открыть другие, чтобы вирусы там были. Бактерию, давайте бактерию. Дальше. Значит, что мы выбираем? Мы можем модифицировать на старте код. Генетический код. Так. Какой у нас будет код? Код. О, Синди Рус. Сергей в чате. Да? Сергей, спасибо большое, что с нами в чате. Да, у меня непреодолимое желание стримить игры на этой неделе. Астрологи объявили стримить игру. Я вот не могу в этой игрушке поставить русский язык. Если, Сергей, если ты знаешь, как поставить, напиши, пожалуйста, в чат. Ну, значит, уведомление пришло в Твиче. Замечательно, хорошо. Вот здесь приходит уведомление, а на Ютубе не приходит. А у нас, в принципе, не все доступно. У нас вот дарвинист. У нас не все доступно. Здесь закрыто. Слушайте, здесь такой еще терминологии английской хорошей. Можно прокачать хорошо английский язык здесь. Хорошо. Значит, будем выбирать сложность. Обычная, нормальная для продвинутых. В чем отличается уровень сложности? Обычная. Никто не моет руки. Это начальные условия, при которых распространяется наша бактерия. Так. А, в настройках консоли язык изменить на русский. Сейчас попробуем тогда. Давайте, да. Настройка консоли. Перейдем в настройки консоли. Он быстро изменится? Да, где у нас settings? А, вот language. Language. Что-то у меня не патриотично английский стоит. Давайте русский потом поставим. Точно. Ну, перезапустимся, да, хорошо, давайте перезапустимся, ничего страшного, сейчас. Еще раз запустим Plug Inc. Все, Сергей, спасибо огромное. Запуск. Да, еще раз. Перезапустились мы, замечательно. Сергей написал, я, конечно, не уверен. Ну ладно, сейчас посмотрим. О, по-русски, смотрите, по-русски пошло, да, вроде? Вот, все, пошло по-русски, замечательно. Сергей, огромное спасибо прям за позитивчик, спасибо огромное. Сергей молодец, да, Сергей молодец. Так, ладно, пойдемте. Значит, режим лекарств, но это надо покупать. У нас нету, на скорость. Официальный сценарий игроков. Давайте, основная игра, да, играть. Бактерии, как мы уже убирали. Вот, бактерии. Наиболее распространенный тип болезни – неограниченный потенциал. Давайте, да, пока нам это доступно. Ген мы модифицировать. Пока ничего не можем модифицировать. Дарвинист, тероцит, ксенофил. Продолжаем. Ладно, вот какие у нас доступны, такие доступны. У меня всего 16% генов разблокировано. Я в нее играл в прошлом году, не так много. Значит, уровни сложности. Вот на чем мы остановились.
Простой уровень. Для новых игроков или желающих быстрой игры. Никто не моет руки, врачи не работают, заболевших людей обнимают. Средний уровень. Для искушенных генетических стратегов. 67% людей моют руки, врачи работают 3 дня в неделю, больных людей игнорируют. Что-то мне это напоминает. Значит, сложный уровень. Для гениальных стратегов прямиком из Б. Что значит Б? Мытье рук обязательно, врачи работают всегда, больных людей изолируют. Сложный. Крайне сложные. Для тех, кто с легкостью справился со сложным уровнем. Генетика влияет на эволюцию. Врачи вкладываются в исследования случайного медосмотра. Ну, давайте сложные. Мытье рук обязательно. Да, врачи работают всегда. Больных людей изолируют. Или средний. Врачи работают 3 дня в неделю. Больных людей игнорируют. 67 моют руки. Давайте сложно попробуем. А читы, кстати. А, читы, читы, читы. У меня нет читов. Читов нет. Хорошо. Сложно. Как мы назовем вирус? Назовем нашу вирус. Назовите вашу. Как мы его назовем? Как здесь вот выбрать, а? Чтоб не назвать. А, вот. Окей, нам не нужно. Так. Подождите. Окей. Что-то не сбился. Так. Нам не нужен этот вирус, вирусняк. Какой нам? PAX-12. Давайте мы... Ну, как мы назовем? Вирус. Кусик. Давайте будет кукусик. Как вам название нашего вируса? Готово. Все. Загрузка. Понеслась. Я забыл, как мне немножко играть. Значит, добро пожаловать в Plague Inc. Вы бактерия. Я бактерия. Для победы вам нужно развиваться, распространиться по всему миру, уничтожить всех людей. Бога. Выберите стартовую точку. Выберите страну для начала распространения эпидемии при использовании кнопки R2. А где у меня R2? Для выбора информации будет больше. Щелкните стартовый пузырек кнопкой R2 для подтверждения или выберите другую страну. Используйте левый джойстик для перемещения указателя. Хорошо. Ну давайте Африку, нет, чем-нибудь. Что-нибудь многонаселенное и такое поуязвимое. Давайте Бразилию, да? Бразилия. Понеслась. Кукусик распространился на страну Бразилии. Болезнь кукусик заразила первого человека, но она еще слишком слаба. И приспособлена только к высоким температурам. Используйте очки ДНК, чтобы заразить больше людей. Так, ну надо пока на скорость поставить. Где у меня очки ДНК? Забыл, как я в ней играть. История развития, отлично. Пути передачи. Симптом. А, вот у нас очки. Давайте выберем пути передачи. Птицы. А у нас пока очков нету. У нас только 2 очка ДНК. Даже симптомов нет. Да. Ну давайте, ладно, на скорость дальше поставим. И пока нет. Вот 4 очка ДНК, 5 очков. Вот люди уже пошли заражаться. Так, новость. Ученые сделали прорыв в понимании болезни воспаления, что даст возможность легче справляться с ней. Отлично. Погнали дальше. Давайте ускоримся. Нам нужно... О! Подождите. Надо успевать щелкать. О! Надо щелкать, успевать. Самолетики летают, корабли плавают. Так. Еще мы щелкаем. Так, стоп, очки ДНК у нас пошли. Симптомы. Давайте распространение. Птицы. Птицы, конечно же, птицы. Развить. Отлично. Пути передачи. Птицы. Пойдем дальше. Улучшенная болезнь. Улучшенная болезнь, чтобы она стала сильнее. Через птиц пошло развиваться. Так. 12 очков. Давайте еще добавим. Давайте добавим симптомчиков. Симптомы. Она у нас будет поражать бессонница. Бессонницу добавим. Из 100. Анемия. Снижение количества эритроцитов и гемоглобина в крови может привести к кислородному голоданию в органах. Давайте вот это попробуем. И
Так, 9 очков ДНК. Еще что у нас? Кашель. 6 очков ДНК. Воспаление легочной ткани. Люди в холодных странах особенно уязвимы. У нас жаркая страна. Дальше, значит, давайте про жаркую, значит. А, у нас не хватит, все, у нас не хватит очков ДНК. Значит, мы добавили здесь иммунную систему, вырабатывает ингибиторы, разрушающие факторы и ухудшающие свертываемость крови, повышает заразность. Вот так вот, да. Давайте, да, у нас 3 очка ДНК. Дальше скорость запускаем. Пойдемте, да, сейчас будет больше заражаться. Болезнь кукусик мутировала и приобрела симптом сыпь без траты очков ДНК. Отлично. Так, секундочку, там сейчас на паузу. Кто-то в чате у нас, дайте поздороваюсь. А, вот, Синдеру спрашивает, что делать с этими кристалликами битс? Я не знаю, я на Твиче не знаю. Я не знаю, что делать с кристалликами битс. Тут очки ДНК пока зарабатываю. Так, нормально, у нас уровень идет. Заражение. Так, очки ДНК нам надо. Еще. Десять очков ДНК. Давайте остановим. Что у нас доступно? Давайте пути передачи у нас. По воздуху, воздушно-капельно. Патоген получает способность переноситься с частицами пыли. Лучше справиться с засушенным климатом самолета. Не то, что надо. Развить. Все, развили, отлично. Погнали дальше. О, пошла жара. Пошла жара. О, кукусик пришла в страну Боливию. Отлично. Болезнь кукусик мутировала, приобрела симптом потения без траты очков ДНК. Отлично. Так. О, кашляет кто-то. Кто-то кашляет. О, в США. Так, стоп, у нас очки ДНК. Заразнее туберкулеза. Болезнь кукусик заразила больше людей, чем туберкулез. Это очень заразная болезнь. Так, то они сейчас будут предпринимать усилия, начинать по остановке этой эпидемии. Значит, нам добавляем еще пути передачи. Патоген может выжить вне тела со свежей теплой воде, что улучшает ее распространение во влажном климате и кораблями. Давай, развиваем. Так, потратили. Птицы у нас недоступны, да, пока овечки тоже недоступны. Симптомы у нас какие-нибудь еще доступны, вот базовые, да, что-нибудь добавим такое, брутальное. 5 очков, отлично. Значит, тошноту добавляем. Раздраженность слизистой желудка приводит к дискомфорту, небольшое вероятность заражения при поцелуях. О, конечно, добавляем. Сейчас у нас при поцелуях будет все заражаться. Погнали дальше. Так, США богатая страна с развитой медициной. Чтобы распространяться быстрее, болезнь должна иметь устойчивость к лекарствам. Сейчас добавим. О, подождите, в Европе где-то понеслась жара. Так, пошла Великобритания. О, заразнее ВИЧ. Болезнь кукусик заразила больше людей, чем ВИЧ. Это крайне заразная болезнь. Жесть, что я натворил-то. Новая легкая болезнь все распространяется. Врачи в стране Бразилии нашли новую болезнь, названную кукусик. Она кажется безобидной, но ее необходимо изучить дальше. Другие страны также сообщили об этой болезни. Так, отлично. Ха-ха-ха-ха-ха. Суть, 200 миллионов у нас заразилось. Так, Бразилия поручает медикам разработать лекарства от болезни кукусик, но без должного финансирования, следовательно, на это уйдет много времени. А у нас тем временем почему-то очки ДНК не растут. Что мы можем давать? Давайте добавим бессонницу. Добавим бессонницу. Неспособность нормально высыпаться делает людей раздражительными, менее продуктивными. Отлично. Добавим бессонницу. Погнали дальше. В меню... О, подождите. Там, пам, очки ДНК. Очки ДНК. Оп. Бразилия закрывает аэропорты. Они уже начали аэропорты закрывать. А болезнь у нас распространяется.
Кусочки ДНК, отлично. В Африку пошли. Вот сейчас с Африки нормально пойдет. Так. Это все очки ДНК. Я... Так, стоп. Нормально, у нас очков ДНК. Давайте добавим пути распространения. Шприцы. Болезнь может передвигаться через кровь. Повышается вероятность мутации, заразь болезнь, особенно в бедных странах. Как раз то, что нужно. Добавили путь передачи. Теперь нам нужно добавить симптом. Так. В чате кто-нибудь что не пишет? Добавим симптом. Так, Сергей, ты еще смотришь нас в чате? Замечательно. Симптом добавим. Какой мы добавим симптом? Ну, значит, кисту давайте добавим. Появляются болезненные припухлости, содержащие патоген. Их возможный разрыв приводит к улучшению распространения болезни. Давайте. Отлично. Ну, в смысле, вообще в реальности это плохо, но у нас, поскольку это симулятор, наша задача победить. Вот так. Пошла жара. Очки ДНК. Так. Ближний Восток пошел. Болезнь кукусик мутировал, приобрела симптом поражения кожи. Без страт очков ДНК. Ой, мы что-то жуткое создали. Давайте попробуем. Так, еще. Очки ДНК. Стоп. Очки ДНК. Нам нужно еще пути передач. Комары. Насекомые. Насекомые становятся разносчиками инфекции. Болезнь лучше распространяется в жарких странах, повышает шанс мутации. Замечательно. Добавляем. Погнали дальше. Так. Понеслась жарачки. ДНК надо успевать. Лопаем. Вот, ожидается очень большая миграция птиц. Эксперты отметили очень высокий уровень миграции птиц. Они опасаются, что зараженные птицы могут быстро переносить болезнь между странами. Хорошо, между тем у нас уже 210 заражено. В некоторых местах закрыт аэропорт. А мир уже на 1% начал исследовать нашу болезнь. Нам надо поторопиться, потому что они могут нас... опередить. Так, давайте тогда чем дальше мы? Воду будем дальше заражать, да? Патоген может выжить в химических обработанной воде, что улучшает распространение в влажном климате и кораблями. Давайте, да. Тут тоже нельзя переборщить, потому что если слишком смертельно будет болезнь, то тоже не очень хорошо. Вообще ужас. Что я несу так, да? Хорошо, что это игра вообще. Погнали дальше. Так. 4-5 человек смотрит. Сергей пишет, на фоне слушаю работу. Замечательно, спасибо огромное. Спасибо. Так. Дальше мы идем. Хорошо, все, трансляция идет, все замечательно. Просто проверяю периодически, как сигнал идет. Дальше, так, Африка, Ближний Восток у нас. Не успеваю я. Оп, сколько очков ДНК. Канада у нас уже. Во Франции землетрясение произошло. Так, Ближний Восток. Кукусик, Китай, Монголия пошла. О, отлично, в России первый случай. Кукусик под санитарным надзором, пишет. ВОЗ ведет серьезное наблюдение за мутацией болезни кукусик. Правительство предупреждены, что болезнь может стать неизлечимой. А у нас между тем дофига очков ДНК накопилось. Мы сейчас увеличим. И птицы у нас должны будут распространить это. Подождите. Все потратил на распространение. Зараженные птицы нападают на другие виды. Увеличивается вероятность мутации. Заразится распространение болезни по суше. Хорошо. Летальность у нас маленькая. Пора повышать летальность. Так. Отлично, надо успевать лопать эти пузырики. Так, стоп, очки у нас. На границе с Россией, где-то в Казахстане произошло тоже заражение. Ой, сколько у нас очков. Давайте мы симптоматику теперь поработаем. Надо что-нибудь такое не особо летальное. Давайте добавим воспаление пневмонии, воспаление легочной ткани. Люди в холодных странах особенно уязвимы. Давайте, отлично. И добавим, что мы еще добавим? Выделяемое при чихании слизи значительно увеличивает количество инфицированных.
Да. Добавили. Дальше мы что выделяем? Потенциально фатальное нарушение работы сердца вызывает расстройство дыхательной системы, что ведет к распространению инфекции по воздуху. Добавляем, конечно. Инфекция по воздуху. Так, что-то сейчас жутко у меня начнется. Диарею добавим. Ну, конечно, да, без диареи. И что-нибудь по жести. Опухоли. Нарушение процесса роста клеток вызывает образование неконтролируемых фатальных опухолей. Добавим чуть-чуть фатализма. Так, здесь у нас, мне кажется, достаточно пути передачи. Какой еще путь передачи? Овечка у нас вот такая обязательно. А, нет, давайте крыс. Крыс. Блохи и грызуны. Грызуны и блохи становятся разносчиками инфекции. Повышается вероятность мутации болезни и заразности. Особенно в урбанизированных странах. Так. Замечательно. Ну, как замечательно. Первая смерть у нас от кукусика, от болезни кукусик, подтверждена в стране Афганистан. В течение обстоятельств начала катастрофы. Да. В стране Франции люди умирают быстрее, чем заражаются. Пошла жара. Египет посылает медиков. Так, медиков не надо посылать. Так, они быстро исследуют это. Приоритет всего мира – разработка вакцины, пишут. Очки пошли. Они над вакциной очень быстро стали работать. Давайте добавим пути распространения. Пам-пам-пам-пам. Я потратил все очки ДНК. Нам нужно распространение. Разработка лекарства на базе кукусника завершена на 50%. Нет, нам надо затормозить. Нам надо затормозить. Так, болезнь кукусик тоже мутировала. Так. Подождите. Я не успеваю. Стойте. На 93% повседневная жизнь в стране Индии начинает расстраиваться из-за болезни кукусик. Заменится разработка лекарств. Стойте. Слишком быстро лекарства они делают. Давайте симптомов добавим. По жести. Поражение органов ткани вызывает инфекцию всего тела. Чаще всего фатально. Давайте, да. Кома. Точно. Что у нас еще добавим? Добавим паралич. Жесть, я добавил паралича. Так. Тормозили. Опа. Лаборатория. Тормозить надо. Очки. Так, Центральная Америка тоже здесь уже. А, видите, у меня... Не, наверное, не победим. Стоп. Разработка лекарств 98%. Так, видно, они меня обыграли. Добавил еще один симптом, но они сейчас изобретут вакцину и все. Я не успею. А, вакцину они изобрели, но теперь надо ее лечить же, правильно? Правильно. То есть они должны... Кашель и понос приводят к нежелательным потерям. Так, болезнь кукусик будет уничтожена. Ну, посмотрим. Поражение! Кукусик была ликвидирована. Ну что ж такое? Не, ну это хорошо. Это хорошо, в принципе. Нет, не надо воспроизвести так. Ах, ну что, еще раз сыграем? Дамы и господа. Это хорошо, конечно, что кукусик остановили они. Замечательно. Но я хотел выиграть, чтобы открыть следующую какую-нибудь вируснягу. Вообще, конечно, да, жестковатая игра. Можно еще сыграть. Так, сейчас, секундочку, я перезагружу стрим на Твиче, посмотрю, что с чатом. Замечательно, все идет замечательно. Так, Сергей слушает на фоне, нас смотрит 3 человека, ну тоже неплохо. Почему никто не хочет вот подписываться из Ютуба? Ладно, наверное, я сегодня... Наверное, я сегодня, что сказать? Сегодня мы вот в эти играем в инфекции.
Музыка хорошая очень. Так, сейчас я чуть кофейку глотну и... И продолжим. Давайте еще что-нибудь запустим, да, что-нибудь такое. Луцковатое. Давайте посмотрим. Следующую инфекцию. Почему так монитор шатается? Жестко так шатается. Стол с монитором. Не должны шататься. Надо помедленнее так шатать это все. Ладно. Я твой труба шатал. Ладно, погнали дальше, значит. Дальше мы идем. Мы на каком уровне играли? На среднем или на сложном? На простом. Не, на среднем, да, все-таки на среднем. Кукусик. Еще раз попробуем. Кукусик. Попробуем еще раз. Выберите стартовую точку. Так, какую страну мы выберем? Давайте попробуем цивилизованно. Давайте Канаду. Не, давайте из Аляски у нас пойдет. Точно какая-нибудь Аляска у нас. А, он почему-то не разделяет. Он как Канаду это берет. Ну давайте Канаду. Все, в Канаде у нас. Кукусик распространился на страну Канады. Хорошо. Нам нужны очки. Очки ДНК. Очки ДНК. Щелкайте пузырьки, чтобы получить очки ДНК. Спасибо за подсказку. Так. Все, у нас достаточно пузыриков. Давайте симптомы сразу. Симптоматику. Чемпионик. Сыпь. Давайте сыпь у нас будет. Отлично. И у нас еще осталось 6 очков. И усиленное потение. Сыпь и усиленное потение. Да, нормально. Мы успешно развили болезнь кукусик. Хорошо. Очки ДНК. Нам нужно пути распространения. Она пока плохо. Так, берем очко ДНК. И у нас 8 уже. Давайте путь передач. Через домашний скот. Давайте. Отлично. Через домашний скот у нас. Пам. Еще очко ДНК. И еще очко ДНК. Стоп. Заходим и симптом. Добавляем симптоматику. Симптоматика у нас, давайте, что-нибудь легочное. Кашель, добавили кашель. Хорошо. И добавим еще, давайте, тошноту. Можно? Можно. Чтобы побыстрее распространялось. А, есть. Болезнь кукусик мутировал, приобрела симптом киста. Без трат очков ДНК. Замечательно. Банки сообщают о рекордных прибылях. Хорошо. Так. У нас 10 очков ДНК. Давайте пути передачи. По воздуху. Конечно. Нам нужно пути передачи усиливать. Вот. Сразу пошло. Сразу у нас пошло. Замечательно. Канада. Медицина тормозит заражение. Кукусик начинает распространяться. Так. Кукусик начинает распространяться. Что-то у нас очков ДНК не идет. Так, 7 уже очков ДНК. Нам нужен новый симптом. Счет хотя бы 10 очков ДНК, и чтобы симптом надо было. Болезнь кукусик мутировала, приобрела симптом рвота без трат очков ДНК. Замечательно. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, лопаем пузырики. Раз пузырик. Так, понеслась. Подсказка. Информация о стране. Чтобы больше узнать о стране, выберите ее, нажмите X, при этом откроется страна. Ну хорошо. Значит, у нас 10 очков ДНК. Что мы можем купить на 10 очков ДНК? Давайте бессонницу также. Давайте добавим бессонницу. Дальше у нас пошло.
дальше у нас. Вирус кукусик заразил сотни людей. Вирус кукусик. Так, это замечательно. Вирус заразил сотни людей. Ну, относительно замечательно, я имею в виду относительно. Вообще это плохо. Так, еще одна зараженная. 9 очков у нас. Канада проводит фестиваль любви вместо международного дня поцелуев. Критики предъявляют сомнения в гигиенических нормах. Так, стоп. Отлично. Давайте пути передачи улучшим. У нас домашний скот был через кровь. Через кровь. Понеслась дальше. Болезнь кукусик мутировал, приобрела симптом анемии, без траты очков ДНК. Вот. Тайна Олимпиады в городе Токио. Решение задержки проведения Олимпиады в городе Токио все еще окружает тайна. Организаторы заверяют ее в скором начале, но ничего не сообщают о причине задержки. Ничего мне напоминает реальные новости. Так, комбо, фонтанирующие рвоты. Появление кашля и рвоты увеличит в 2 раза болезнь кукусик. Так. Замечательно. У нас что-то очки ДНК как-то вяло прибавляются. Ну как-то мне нравится, что они вяло прибавляются. Здорово. Оп! Есть! Давайте еще очко ДНК. Так, укусик заражает все больше стран. Отлично, так. 12 очков ДНК. Что мы на эти 12 очков ДНК можем купить? А, умение! Я забыл же про умение! Ё-моё, в прошлый раз я не добывал умение. Теперь умение. Давайте, значит, патоген выживает в условиях низких температур и холодном климате. Патоген выживает в условиях высоких температур и жарком климате. А развитие устойчивости к антибиотикам. Это же точно. Давайте к антибиотикам. Потому что его налечить, когда начинают сразу, и мы не успеваем потом за... профессорами, за светилами медицины, которые пытаются подавить наш патоген. А мы, значит, на страже зла сейчас. Играем на этом мире, как на адской шарманке. Что ж я забыл про умение-то? Погнали дальше. Опа. Патоген распространился в Великобритании. Пошло, отлично. Так, пошли очки ДНК. Ух ты, как покрывается эта карта. Страшно, отлично. Болезнь кукусик заразила больше людей, чем туберкулез. Это очень опасно, конечно. Япония. 17 очков ДНК. Давайте у нас еще умение какие-то разовьем умение. Патоген выживает в холодных температурах. Значит, отлично. Что ж я забыл? Меню мира имеет ценные данные. Кукусик начинает распространяться по миру. Конечно. В Канаде нашли новую болезнь. Кукусик как раз. Погнали. День осведомленности. О, в России. День осведомленности болезнь кукусик. В Европе. Если жара. Южная Америка. Австралия, Америка поручает медикам разработать мутацию болезнь кукусик. Да. Болезнь кукусик заразила так, больше, чем ВИЧ. Очки у нас, очки ДНК. Давайте добавим симптомов. Сейчас мы еще здесь. Патоген труднее подать анализ в лаборатории. Уменьшает скорость будущих исследований. Все, отлично. Скорость мы уменьшим. Вот это умение. Канада первая страна, которая пытается ограничить распространение болезни кукусик. Закрывает границы. В Канаде закрыли по границе, но это не поможет. Добавим симптомы. Давайте отек легких добавим. Жутко, да? Пути передач. По воздуху было. Вода. Патоген может выжить вне тела, свежей теплой воде. Что улучшает распространение во влажном климате кораблями. Да. У нас же кораблики плавают. Честно, первая смерть от кукусика. Так, у нас пошли от кукусика. Ай, не успеваю пузырик лопать. Кукусик пошел нормально так. А, очки ДНК. Стоп. А теперь очки ДНК прокачали. Что-то я переборщил, да, вот там? Немножко так. Умение. Давайте, развитие устойчивости к антибиотикам 3-4 поколения.
пересобранная, значит, пересборка ДНК. Мы возьмем пересобранные цепочки ДНК-инфекции. На заработку лекарства идет больше сил и времени. Так. В принципе, что у нас еще? Какой симптом можно добавить? А, вот давайте добавим вот этот вот. Нарывы добавим! Полость зараженной ткани очень болезненно, выступает в качестве питательной среды патогена, повышает заразность. Давайте, да. Ужас, ужас. Адскую какую-то штуку принимаю. Так. Пока идет все хорошо. Сучки ДНК нам надо повышать. Заболел президент США у нас. Ничего себе. Нор, пошло так. Пузырьки надо лопать. Так, очков ДНК у нас нормально. Давайте пути передачи мы усилим. По воздуху надо усилить. И у нас умение. Нужно улучшить умение, чтобы они затормозить лабораторное исследование. Еще давайте. Появился новый штамм болезни, чего требуется больше времени на разработку лекарств. Вот что у меня больше. Дальше, что у нас еще? У бактерий создается оболочка защиты от любых климатических условий. Вот так вот мы палки в колеса вставляем. Так, чтобы они лекарства разрабатывали дольше. Так. Бессонница, анемия заставляет людей уходить серыми от усталости. Работа ученых над вакциной от болезни кусик становится менее продуктивной. Ха-ха-ха-ха-ха! Замечательно! Так. Что мы добавим? Симптомами пока не надо жестить. Потому что я знаю, что в этой игре, если пережестишь симптомами, там быстро начнут они умирать, и, в общем, тоже нехорошо. Давайте все-таки затормозим. Штамм. Появился множество штаммов болезни, за чего требуется больше времени на разработку лекарств. Вот, значит, больше штаммов. Умение еще какие добавим. Оболочка бактерий утолщает, что повышает ее живучесть в любых климатических условиях. Да, утолщим оболочку бактерий. Вот так вот. Так, дальше идем. Дальше. Совет. Боритесь с разработкой лекарств. Так. У нас центральная Африка. Удивительно, в Африке вот меньше пока заражено. Весь цивилизованный мир заражен. А в Африке меньше. Разработка лекарств зашла на 25%. Не, они не успеют, не успеют. Кукусик мутирует необъяснимым образом. Ученые пытаются понять, что стало причиной внезапной мутации болезни кукусика. Та заявляет, что это замедлит разработку лекарств. Ха-ха-ха. Так, а у нас очки ДНК. А еще есть? Пути передач. Давайте усилим пути передачи по воде. И биоэрозоль. Проникает через воздушный водный фильтр. Улучшается распространение во влажных и засушливых климатах. Посредством самолетов и кораблей. Ну, хорошо, пускай так. И что у нас? В Центральной Африке пошло. Нормально, так. Нормально у нас. Болезнь кукусик мутировал. Прогресс симптом паралич без траты очков ДНК. Бока. Так. А как мне вот в мир попасть? Мир у нас. Так, тихо, тихо. В лаборатории тоже. Польша. Замечен анархизм. Анархисты. Польша. В Польше началась разруха. С этим и кукусиком. Разработка лекарства завершена на 50%. Не, подождите, подождите, стоп. У нас очки ДНК. Какие 50%? Я что-то увлекся. Увлекся тут. Оболочка бактерий становится практически неуязвимой, что повышает и живучесть к любым климатическим условиям. Значит, что у нас дальше тут? Лаборатория. Патоген не воспроизводится, по тому условию. Уменьшает скорость будущих исследований. Конечно. Конечно, что это? Откатить данную мутацию болезни? Нет, не будем откатывать. Пути передачи надо увеличить. Подождите. Птицы, конечно, птицы. Ну что? ДНК. Разработали карты совершенно 50%. Не. Какие 50%? Нет. У нас тут Колумбия. Мир. 7 миллиардов заражены. Так. Мадагаскар отправляется после удара огромного цунами. Аналитики ТАСС прогнозируют значительное число погибших, несмотря на наличие системы раннего предупреждения. Цунами там будет. 7 миллиардов погибло, 11 умерло. Ой, заражено 7. Нормально. Болезнь кукусик мутировал, проявлял симптом фиброз легких, без трат очков ДНК. Так, пошла жара. Так, а почему мне очки ДНК не добавляются? Не могу понять.
Очки ДНК не добавляются. Разработка лекарств с базой кукусик завершена на 75%. Так, здесь надо ускориться. Мне очки ДНК не добавляются. Очки ДНК не добавляются. Почему? Так медленно очки ДНК. Так, 61 миллион уже. Так. Эксперты отмечают, что миграция. Так, стоп. Мне кто-то съедает очки ДНК. Почему? Что происходит? Симптом отказа органов мутировал. Батька кукусик мутировал. Привел симптом отказа органов. Бестрата очков ДНК. Так. Нормально, у меня темп пошел. Не успею. Мир, миллиард умерло. Не успею. Стоп. Лекарство от болезни. Стоп. Надо развить симптомы, я даже не смотрю уже. Киста. Успели, да? Или я победил? Подождите. Я победил? Болезнь кукусик будет уничтожен. Нет, не будет уничтожен. Стоп. Стоп. Поражение. Как так? 2 миллиарда у меня погибло. И поражение снова. Ах, ну ладно. Так. Спасли мы мир, да? Ну, наверное. Ну, конечно, здесь. Кукусик. Вон такой кукусик. Так, ладно. Что я хотел вам сказать? Кукусик, он такой кукусик. В общем, можно так иногда в эту играть. Она, правда, немножечко такая надоедливая. Ой, Мэтт Доктор. Space Wonder здесь с нами. Отлично, Space Wonder. Тоже рад видеть. Всех приветствую, да. Создатель музыки, привет, пишет Сергей. Мэтт Доктор, здрасте, Мэтт Доктор тоже. В общем, с кукусиком можно так иногда играть, симулировать вот с этой штукой. Что я хотел сказать? А как здесь давать модераторство, кстати? Щелкните, подождите. Это я чтоб ответить? Нет. Как здесь сделать модератором? Не знает никто в Твиче. Я вот сейчас в чате сижу, я не знаю, как модератор сделать. Не знаете? А я не знаю, вот Сергей пишет, дай модерку Space Wonder. Я не знаю как. Не знаю как. Как сделать модерку дать? Напишите кто-нибудь. Space Wonder, первый через команду в чате, мод ник, второй через список зрителей, располагается он под окном чата. Нужно выбрать пользователя, кликнуть по нему и нажать на значок молнию. Это я погуглил, спасибо большое. Сергей спрашивает, там же еще кристаллики, у тебя как будто демо-версия. Хорошо, так, сейчас, то есть настройки чата. Показывать значки модераторов. Раз. Так, чат только для фолловеров. Нет. У нас... Так, еще раз сейчас, подождите, я вернусь. Значит, Space Wonder пишет. Первый, через команду в чате. Мод и ник. Давайте мод попробуем, да? А второй, подождите, через список зрителей. Располагается он под окном чата. Вводится команда мод. Так, мод. И... А, вот, все точно. И мы выбираем... Space Wonder.
Так, что, я добавил модератора? Я не пойму. А, вот, сделать Space Wander модератором. Так, все, Space Wander теперь модератор. Space Wander, напишите что-нибудь в чат. Space Wander, напиши, пожалуйста, что-нибудь в чат. Измените что-нибудь? Получилось? О, вот, меч, да, появился? Так. Сейчас тогда еще... Сергея сделаем модератором. Раздаем мудрство всем, кто присоединился в начале. Сергей модератор теперь. Так, кто у нас еще? Мэтт-доктор. Мэтт-доктор, скажите, кто вы на Ютубе? Какой у вас ник на Ютубе, пожалуйста, Мэтт-доктор? Я вам тоже тогда модераторство дам. Так. Да, Сергей, это ответственность, но что поделать? Нам всем нужно нести бремя стримерское, так или иначе. Space Wander, да всегда рад. Здесь только нельзя рекламировать друзей канала, хотя можно. Мэтт-доктор пишет, на Ютубе только ролики смотрю твои. А на стримах не бываете, Мэтт-доктор? То есть... только в Твиче вы хотите, да? То есть на Ютубе. Ну хорошо, Мэтт-доктор. То есть, ну хорошо, давайте... Вы хотите модератором быть, Мэтт-доктор? Напишите, пожалуйста. Здесь такое время, пока начинание, вот... Будут модераторы начинающие. Вернее, все, кто залетел на стрим в начале... На Twitch, да, вначале присоединился, в начале твичевого пути. Всем даем. Вот, Space Wander пишет, давно хотел, чтобы ты игры постримил какие-нибудь. А я напоминаю, что сегодня, вот как раз попозже, вечерком, мы включим ужастик, продолжение ужастика. Это я сейчас просто тестирую. Хорошо, мой доктор, все, дело с модератором, ведите себя хорошо. Ну, в смысле, это ответственность же, да, потому что, вы знаете, на Ютубе у нас были прецеденты с модераторами. С катушек люди слетали. Надеюсь на вашу ответственность, на вашу адекватность и доброту. Не подведите, в общем. Так, сейчас делаю. Модератора Мэтт-доктора. Модератора Мэтт-доктора. Мэтт-доктор модератор. Все. Добавил. Все, у нас в чате 3 пользователя, 3 модератора. Смотрит нас 5. Еще бы вот Марию тоже, вот если зайдет Мария, сделаем. Но сегодня, я напоминаю, что сегодня вечером у нас будет ужастик такой. Сегодня поиграем. 31 августа, сегодня попозже. Часа через 3 запустимся. Вообще всю эту неделю, наверное, играть буду только. Twitch осваивать. Так, а кто еще на нас? А, вот Space Wander, вижу, подписался. Отлично, Space Wander подписался. Так, а вообще, вот как, скажите, я когда запустил, вот... Вот Сергей пишет, да капец, сколько тут все вылезло в интерфейсе Твича, я теперь как на звездолете. А вот у меня, представляете, ребят, как я вот Твич настраивал после Ютуба, тут вообще для меня темный лес был, да, как это все настроить, как это все, чтобы вылезало. Соответственно, да, много внутри функционала. В общем, надо всем разбираться. Пожалуйста, только не баньте, да, вот просто так не пользуйтесь властью, я вас прошу. А то мы все окажемся под водой, понимаете? Мы все будем просто вот под водой. А нам под водой не надо, понимаете? Вот. Так, значит, что я хотел сказать? Сегодня вечером будет у нас стрим. Про ужастики будем стримить. Про ужастики. Так, Мэтт-доктор пишет. Главное знакомить с запретками Твича. Тут есть свои нюансы. Да, я слышал. Но что я хотел сказать? Я в основном здесь собираюсь на Твиче играть. И вот в игры, если играть, то там не должно тебя никак банить. В принципе. Ну, по идее-то. А в телегу вот... Да, спасибо, мой доктор. Спасибо, Space Wander, что в чат закинешь. Просто... Что я хотел сказать-то? Так, пишет мне... Евгений написал, мне приходило оповещение с Твича. Вот знакомый, мой хороший приятель написал, приходило оповещение с Твича. Хорошо. И Space Wander пишет, кстати, здесь есть одно очень хорошее преимущество. Здесь чат мгновенный, в отличие от YouTube, да.
Евгений пишет, лучше стримить вечером, когда народ дома. Согласен, мы сегодня вечером тоже постримим. Мы постримим сегодня обязательно. Сегодня у нас будет этот стрим, как называется? По продолжению ужастика-то вот про этих, про заблудившихся в городе. Я пока все тестирую. Тестирую, как это все происходит. Да, я собираюсь только игры здесь стримить, только летсплеи и обсуждать с вами тоже вот по ходу дела, что происходит, что не происходит. Поэтому, да, конечно же. Внимательно надо быть запретами, не материться, не ругаться. Это само собой. Это бесспорно. Так, а что у меня еще какие здесь есть прикольные моды? Ну ладно. Все остальное вроде бы нормально. Ну что, еще, может быть, одну симуляцию какую-то запустим. Plug Inc. Кукусик. Почему я назвал так этот бактерию кукусик-то? Никто не знает. Странно. Или вообще фильтр отключить. Скотон. Ладно, давайте пока отключим вообще. Фильтр отключим, да, то я так хулиганю балуюсь. Или закончим. В принципе, уже что, час идет трансляция. Сегодня вечером будет вот. Вечером будет про ужастик. Так что давайте на вечер. Потому что что-то я не хочу симулировать вот эти вот, как сказать, булезны. И так негатива хватает в мире, согласитесь. А мы тут еще вот добавляем маслица в огонь. Тогда что я хотел сказать? Кстати, вот звук нормальный, фоновая музыка и то, что я говорю, да, в принципе, нормально все. Идет. Нормально все, да? Все замечательно. Тогда что я говорю? Давайте тогда до вечера попрощаемся. И тогда вечером вот ужастик продолжим. Пройти его надо, этот ужастик пройти. И потом посмотрим еще. Следующий ужастик будем проходить. Потом мне ролик надо делать. Мне еще надо делать ролик про Австралию. О, у меня там тема про Австралию. Так, Space Wonder спрашивает, во сколько примерно вечером будет трансляция? Я вот пока не хочу в Телеграм кидать ссылку на трансляцию, потому что, смотрю, народ отписывается, народ боится, не понимает, аудитория настроена на раскрытие тайн, а тут херак открывает какой-то твич непонятный, и фигак еще мужик с котом на голове сидит. Соответственно, не понимает, что происходит, что мир сошел с ума. Поэтому я здесь буду, в твиче, пишут, что оповещение приходит. Поэтому давайте начнем. Во сколько удобно? Сейчас у нас уже 4 часа. Если я не засну, потому что я до этого не спал ночью накануне. Давайте часов 7 вечера. Нормально будет? Часов 7 вечера. Я думаю, нормально. Так что всем бодрости духа, адекватности бытия. Я с вами как бы и прощаюсь, и не прощаюсь. Сейчас попробую в YouTube это выгрузить. Спасибо большое. В общем, у нас теперь есть 3 модератора постоянных. И рад вас приветствовать, друзья. Спасибо большое. Сегодня вечером будем ужастик стримить. Спасибо. До вечера. Пока-пока.